вход, тазом держите. Если на этом положении подкрутить таз, выпрямить ножки, подкрутить таз. Ножки выпрямляем до того момента, они могут быть вот в таком положении, чтобы поясница была на коврике. Чуть-чуть отрывайте, поясница прогибается, это не надо. У нас больше акцент на подкручивание. Второе упражнение, руки за головой, ножки наверху, поочередно ножницы, опустить ножку. Только когда привели ногу наверх, только когда вторая нога опускается. Третьим упражнением велосипед со скручиванием, четвертым упражнением полный подъем. Верхнее скручивание, ножницы, велосипед и полный подъем. Когда вы сами снизу, подбородок у груди, спина прыгает.
Не плюхайся спиной. Бей наверх не только грудь, но и корпус. Треть подход. Тянули к себе правое колено. Левое. Взяли за коленочку, поднимаем себя на лед. Разворачиваемся лицом в комплексе. Одна минута планки. Локти под плечевыми суставами. Таз подкрутили, колено убрали, время пошло. Живот втянули.